давай. Ага. Ну все понятно, ребята. Охренеть, затянул, прикинь! Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобой продолжаем играть во Friday Night Funkin'. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Не забудь поставить свой жирненький царский лайк, конечно, и залетай в Телеграм. Это очень-очень важно. В общем, ребята, здесь же у нас модификация. Тройной грохострел тут будет, вроде как. Оу, погоди, у нас тут... Easy, normal, crazy? Так. Бонус. У нас также есть, смотри, и еще вопросительный знак. На crazy? На crazy, ребята, идем. Давай, почему бы и нет? Что там для нас? Я не знаю. Я, правда, давно уже не играл, ребята. Уже стримов-то, на самом деле, давненько не было. О! Капец! Давай. Ага. Ну все понятно, ребята. Затянули нас. Затянули. Ну ты видел это? Ну ты видел? Заново. Естественно. Смотри. Ладно, мы восстаем, ребята. Мы восстаем. Все, побили мы его, родной. Но это уже нечестно. Ой, что, Space еще надо нажимать? Нифига. Да это вообще нечестно. Четверо, так сказать, против одного. Охренеть, затянул, прикинь! Слушай, это прикольно. Не, ну это прикольно. Да даже, понимаешь, тут даже не четверо против. Смотри, грохострел-то на чем стоит? На кувшинке. Еще один противник. Можно сказать, пятеро против одного. Вы что, офигели? Блин, утка, смотри, как плющится. Ой, блин. Спокойно. Все, я... Надо поглядывать на бойфренда. Мне вот интересно, чем вообще бойфренд отбивается, когда вот колючки типа появляются? Капец! Ты что, прикалываешься? Ты издеваешься? Что это, блин, такое? Там 2 секунды! Вонючая, 2 секунды! Чё, блин, за хрень?
Вот какого фига, блин? Какого, блин, фига, странная колючка? Я вообще такой подставы не ожидал. Как? И отсюда нафиг! Затягивает, затягивает! Смотри, как утка выглядит! Нафиг! Ну, в принципе, по КД можно нажимать пробел. Тихо-тихо-тихо, сразу-сразу! Чесаться еще во время боя. Нафиг иди, нафиг! Блин, даже такая подстава. Ну, тьфу ты, блин. Погнали сюда, погнали сюда. Хорош. Прошли это. 3, 2, 1, go! Нифига себе. Как там утку расплющило, посмотри. Ой, песня вот эта очень знакомая, ребят. Да, это песня из обычного горохострела. Ну хоть тут он не стреляет. Кайф. Так, там еще песенки. Мне вот больше всего, конечно, интересует, что за вопросительный знак там, что там может быть. 3, 2, 1, go! У нас, кстати, да, братишка против кувшинки, реально? Прикол. У нас чувачок терминатор утка. О, прикольно.
какого хрена он так мега хорош? Какая-то кувшинка, ребята. У нее рта даже нету. Какого фига, блин? Это свой кувшин. Билли Джин. И сейчас какая-нибудь фигня, да, в конце? Хорош? Хорош, ребята, чё нет-то? Так, ну тут у нас даже два рта получается. Что за хрень происходит там? В кого он превращается? Он иногда подергивается в какого-то... Боже мой, что происходит вообще? Блин, лучшая песня просто. Это реально, это, по-моему, СЦП на статую похоже, если честно. СЦП статуя, когда разворачиваешься, она идет. Там, кстати, новый СЦП вышел, ребята. Вспомнил. Ля. Охренеть, охренеть, ребята. СЦП 173. Да, во-во, правильно написали. Хорош. Ладно. Тут мы прошли тоже. Офигеть, очень быстренько. Ну и секретно. Секретное. Что там? Что там? Напишите. Пень? Реально? Пиксельный пень? Ух, ни хрена себе. Ух, ни хрена себе, блин, пеня. На пенек сел, должен был косарь отдать. Ты попробуй на такой пень-то сядь. То сначала огонь красный, потом синий огонь. Ни хрена себе, пеня. Охренеть. Вот никогда бы не подумал, что секретный мега-босс будет именно пень. Охренеть, какая-то возрождается сила, что это вообще? Ой. Так. Отлично. Почти, 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 ребята. Это дупер-пень. Косарь не отдай. Хоть реально косарь отдавай. Охренеть. Да как это выжить-то, блин? Ни хрена себе пень. Меня трухлявый пень уделывает. Что за фигня? Расслабони, пацаны. У меня и так нервов не Охренеть.
Я реально никогда бы не подумал, что мега-пень будет против меня. Блин, я не представляю, сколько этот мега-пень удобряли. Это жесть. Ребят, тащите огнетушитель, будем тушить этот пень, нафиг! Хорош, пойдет. Блин, крутая песня. Крутая песня, на самом деле. Ну, что ж, надеюсь, вам зашло. Не забывай ставить свой жирненький царский лайк. Залетай в Телеграм. Бай-бай, дорогой братишка.